Человек, который пишет даже гениальные вещи, но пишет их в стол, в общем-то, бесполезен. А я хочу свое открытие показать максимально большому количеству людей. Меня зовут Александр Горянчиков. Я пишу музыку с экспериментальными техниками, такими как слэп, битбокс и горловой бас. Я не первый, кто совместил битбокс с флейтой, но я первый, кто сделал это именно так. Оригінально, блискуче. Спасибо, ви класна публіка.